когда вы покупаете лодочные моторы Ханкай, будьте готовы к тому, что вам либо нужно самому его будет очень тщательно проверить, протянуть, смазать. Во многих случаях необходимо сразу же менять сальники редуктора, потому что они начинают течь очень быстро. То есть, если вы купите там ямаховские сальники, они подходят и так далее, поставите, то, конечно, вопрос, купируете, так скажем, проблему на старте. Но в целом моторы, ну, требуют, как наш, знаете, наш старый АвтоВАЗ. Купил, как бы загоняешь его полностью там протягивать, промазывать и так далее. То есть здесь минимум какой-то смазки, и вообще, как бы, если в других моторах она вот видна, даже вот в этих узлах, да, знаете, все там смазано и так далее, то здесь этого практически всего нет. Ну, то есть экономия на всех параметрах. Поэтому имейте в виду, при покупке Ханкая вам нужно будет его весь проверить, смазать, протянуть. И желательно сразу же поменять сальники редуктора и так далее. Но тут как повезет. Можете, конечно, не менять. Вот. Ждать, когда он потекет, а потом поменять. Вот. Либо вам это придется делать самостоятельно, либо в условиях сервиса. Вот. Это одна и та же из причин, почему мы их не очень-то и любим.